Портреты жен военнослужащих нашего региона запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Невестка и свекровь – уникальный кадр женщин двух поколений. Они подставляют друг другу плечо, тем самым оказывая ежедневную поддержку, которая сейчас особенно необходима. А на этом снимке Елизавета со своим маленьким сыном Артемом. Когда планировалась первая фотосессия жен героев, малыша еще не было. Сегодня Артему 2 месяца. Он, как и папа, жизнерадостен, спокоен и уравновешен. Мужу все хорошо. В тех малых весточках от него на передовой всегда говорит, что все хорошо, мы стоим, бьем врага. Бойцы наши стоят мужественно, стойко, поэтому все у нас хорошо, мы победим. Фотопроект создан женсоветом 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армии и общественным культурно-социальным фондом «Звезда Элира» при доме офицеров Самарского гарнизона имени Ворошилова. Проект «Жены героев», который зародился на территории Самарской области, сегодня охватил 83 региона нашей страны. В нем уже приняли участие 10 тысяч человек. В начале июня он стал победителем 2-го конкурса 2023 года фонда президентских грантов. В рамках этого гранта мы провели 2-й этап фотосъемки. На сегодняшний момент около 50 женщин было отснято. К сожалению, не все фотографии поместились, но большинство. Есть матери, которые потеряли единственных сыновей. Но, несмотря на это, они находят в себе силы накинуть на плечи их китель. Накинуть на плечи их китель и поддерживать, и помогать других жен и матерей. Каждая фотография сопровождается письмами героинь к своим супругам. Одни полны надежды, другие светлой грусти. Но все без исключения заставляют сопереживать. Мы ждем тебя и днем, и ночью, и время тает на руках. Мы ждем тебя и знаем точно, что вновь увидимся во снах. Как на тебя похожи дети, улыбки, волосы, глаза. Пишу тебе я строки эти, а по щеке бежит слеза. Светла тебе пусть будет память, мы ее сможем сохранить. И бережно, с улыбкой нежной, в сердцах своих будем носить. Павлов, Николай Епифанов. События.